Здравствуйте, друзья! Сейчас я расскажу, как потерял свои биткоин кэш монеты. А произошло это как-то даже совсем странно. Вот показаны мои транзакции. Когда произошел хардфорк, я сделал все согласно инструкции, чтобы получить свои биткоин кэш монеты. Я скопировал обычные биткоины с тех адресов, которым у меня были приватные ключи. Я эти монеты скопировал на другие адреса, которые будут чисто биткоиновскими. И загрузил кошелек Electrum Cash 2.9.2, тогда была версия. В нее я импортировал закрытые ключи. Не помню, где здесь эта функция. В общем, импортировал я эти ключи, соответственно, у меня на балансе появились денежки. Вот 14-го я импортировал. Восемнадцатого. И лежали эти денежки. Сколько? 0,077 биткоин кэша. Лежали они на этом кошельке до вчерашнего дня. Вчера что произошло? Вчера я зашел на свой кошелек в Coinbase. Там у меня как бы год примерно лежали обычные биткоины. Вчера я зашел, смотрю, у меня биткоин кэш появились. Там две суммы было. Одна сумма была 0.014 биткоин кэш, и вторая сумма немножко побольше лежала. Там как бы было два адреса. Решил я вывести с одного адреса всю сумму биткоин кэша с Coinbase на вот этот локальный электрон кэш кошелек. Отправил я, значит, эти 0.0145 биткоин кэша. Пришли они сюда и сразу же появилась транзакция на вывод. Я эту транзакцию не создавал. Пароль на вывод я не вводил, а кошелек у меня запаролен. То есть эти деньги как-то сами собой взяли и всю сумму обнулили. Как это могло произойти, я могу только предполагать. Приватный ключ от моего адреса я никуда на сторону не сообщал, нигде на сайтах не вводил. То есть, скорее всего, этот кошелек оказался какой-то хакнутый. И эти хакеры получили доступ к моему приватному ключу. И почему-то именно во время этой транзакции получения они создали транзакцию вывода. В общем, будьте осторожны, делайте выводы. Если у вас еще лежат деньги на электрон кэше, переведите их куда-нибудь от греха подальше. На этом спасибо. Всем пока.